В этой песне фигурируют те самые кларнеты, труба, про которые когда-то Акуджава написал: кларнет пробит, труба помята. Мне захотелось, чтобы вот эти кларнеты, труба заиграли бы снова. Просыпайся, душа, поднимайся, хватит спать, словно зычные столбы. Поднимайся, душа, поднимайся, на кларните играть и трубе. Ни в пучине, ни страшно кидаться, ни ляфам, как и прежде шурши. Ведь приходит пора пробуждаться даже очень уснувшей душе. Потому что она, потому что она обормоту тебе не случайно дана. Ведь когда в небесах делать начали нас, для тебя кто-то именно эту припас. И назад ее примут едва ли до того, как наступит пора. А попытки ее потихоньку продать не доводят, увы, до добра. Швыряет туда и сюда, и она не на месте бывает, даже в пятках дрожа иногда, но потом прибегает обратно, не давая тебе отступать. Ты лишь вовремя и аккуратно подавай ей команду не спать. Потому что она у тебя обормота всего лишь одна. Это орган непарный, и как ни крути, адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над мором, то не с горка бежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба подают позывные свои, подают позывные свои. Всего лишь одна. Это орган непарный, и как ни крути, адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, то не с горка бежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба подают позывные свои, подают позывные свои.